Роженица выиграла суд у врачей. Год назад наш телеканал рассказывал трагическую историю Дарьи Щербаковой. Женщина готовилась стать матерью. Для нее это была вторая беременность. Но жизнь для Дарьи разделилась на до и после в один день, когда выяснилось, что на 41-й неделе беременности так и не родившийся мальчик задохнулся. Была проведена экспертиза. Эксперты установили, что врачи могли спасти ребенка. Я дождала 37-й недели, где они повторно сделали УЗИ, уже тугой овитие пуповины вокруг шеи. Я ее с 31-й недели просила дать мне родоразрешение, направить меня на Кесарево. Суд прислушался к доводам экспертов и вынес решение о компенсации морального вреда с лечебных учреждений, где Дарья наблюдалась, и наложили штраф. Речь идет, по словам роженицы, о 5-й городской больнице и перинатальном центре. Более того, по этому эпизоду возбуждено уголовное дело. Теперь адвокат Иван Куровский, который защищал интересы Дарьи в суде, намерен доказать, что Дарья стала бесплодной из-за халатности медиков. Суд удовлетворил исковые требования Щербаковой частично. С обеих медицинских учреждений взыскана сумма в размере 150 тысяч рублей. Мы с этим решением согласны. Изначально Щербакова шла в суд не за деньгами, а для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы доказать виновность в действиях или бездействиях врачей. И, конечно, чтобы такого больше не повторилось.